Первыми в 2021 году вдоль улицы Виноградова были построены тротуары в районе старого кладбища. По краю дорожек тогда начали делать леерные ограждения, но вскоре работы прекратились. В начале августа металлические конструкции продолжат устанавливать. Леерное ограждение будет продолжаться по всей протяженности от АЗС до улицы Хохлова с разрывами для обеспечения проезда. Проезд, ну, там есть, значит, вот территории, которые там автосервиса, автомойки. Да, то есть для того, чтобы проезжать через тротуар, там будет въезд укреплен бордюрным камнем. А с другой стороны улицы Виноградова с прошедшей недели ведется реконструкция асфальтового тротуара на участке от Советского проспекта до улицы Красной. С левой стороны улицы уже уложены бордюрные камни и слой песка. Тракторы подвозят рабочим щебень. Сейчас идет отсыпка щебнем, 20-40 фракция. После этого будет два слоя асфальта, выравнивающий и поверхностный. По проекту 2 по 4 сантиметра. Дорожники работают и на правой стороне улицы. Старый асфальт здесь уже разобран. Из-за того, что оба тротуара сейчас недоступны для пешеходов, устюжане ходят прямо по проезжей части, по которой ездит строительная техника. Что сделать? Сделать красиво, хорошо будет. Но пока, конечно, неудобно идти, очень даже. Вы готовы подождать? Ну, готовы подождать, чтобы было красиво. Тротуары здесь очень были плохие на обоих сторонах. Впрочем, долго рисковать устюжанам не придется. Тротуар по левой стороне улицы дорожники обещают сделать в течение этой недели. Укладка первого слоя асфальта начнется уже в среду. Илья Ковалев, Максим Тятов, Антон Карев, телеканал «Русский Север».